вот решил сделать маленький ролик, посвященный моей машине. У меня в этом году 11 сентября день рождения, юбилей, 55 лет исполняется. Вот, а этой машине исполняется 35 лет. Так что вот буду праздновать у себя день рождения и день рождения моей любимой Нивы. Вот 83-го года рождения эта машина. Много чего уже произошло, много чего там поремонтировано. Вот, но тем не менее все равно она гремит, скрежит, троит, едет. Ну ничего не поделаешь, как едет, так и едет. Сколько она прожила, у нее пробег по спидометру 93 тысячи километров. Вот. Но как-то вот стояла в гараже и выдержала. Я ее не подваривал, ничего, только единственное покрасил и сделал ремонт всех. Все, что можно было внутри поменять, поменял. И сделал капитальный ремонт двигателя. Ну, вроде ездит. Ничего, видос. Все поменяло. Она сейчас уже не так ярко выглядит. Солнце обгорело, идет дождь, все заливает. Вот, ну, в принципе, еще сохранилось. Навигатор такой здесь. Вот сиденье я убрал сзади. Загрузил. Ну, груз наверх наложу, хватает внутри. Здесь все целенько. Все чистенько. Здесь тоже вот все. Вот она стоит, и вот она выгорела уже сзади. Так что вот такая машина. Далеко я на ней думал подальше поезжу, где-то порыбачу там. Но как-то вот далеко ездить не получается. В принципе, ни ружья у меня нет, ничего такого. Особо лезть куда-то в лес. У меня компаньонов таких нет. В основном люди такие с бумагами, с ручками. В лес не ездят, рыбалку не любят. Вот приходится найти кого-нибудь и раз-два быстренько съездил, порыбачил и опять на дачу. Все время в основном проходит на даче. Вот такой маленький видос. Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз. Вы точки тире телеграфные, ищите на стройках меня. Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз.
ребята толковые, я там, где плакаты вперед, где песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заводитесь в лесу, сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Если у вас Нивы нету, поломки ей не страшны. Искать и точнее придется. Если у вас нет Нивы, нету Нивы. Если у вас нет Нивы, по лужам на ней не рассекать, в грязи под ней не копаться. И в поле не ночевать, не ночевать. Грязюка летит кусками, двигло начало троить. Думайте сами, решайте сами, купить или не купить. Если у вас Нивы нету, одежды вам не замарать. И если вы не безумец, то вам и не счастье не испытать, не испытать. Грязюка летит кусками, двигло начало троить. Думайте сами, решайте сами, купить или не купить, купить или не купить. Сколько нужно? Кто, командир? Поехали! Поехали! Шут гороховый. Сунули костюм на два размера. О, едем! Задержание предварительное. Закрой окошко, идиот! Расслабься! Промежуточное. Главное подъем. BBC. Голос Америки. Слушай,
Ребята, вы тут проголодались, а мы... Да не, мы вчера Владимир чайку не ели. Ну ты садист, а! Ребята, 3 года из тюбики выпили. Бедняги, им еще 3 месяца здесь висеть. Ну, а вот это, вот это вот. Не-не, молодцы, ребят, молодцы. 3 года без паузы. Опять. Сувенир? Ты ж мир сломал. Да вы сам. Последний раз я с тобой еду. Мне потом перешивал все. Горячий закат. Что это было? Земля! Поаккуратнее надо! Вечно по чужим головам барахается. Вечно у нее нет своего места. Я когда первый раз на ней поехал на рыбалку, так получилось, что была большая вода на реке. Когда мы туда ехали, она уже ехала, ну практически вода была как вот под дверь, да? Такая вот в болоте. По болоту ездили. И когда мы приехали, я еду, думаю, ну еду, что там страшного. А когда уже приехали, мы на них приехали. Получилось так, что мы выехали на острову. Тот, кто со мной парень ехал, он так не переживает, у него стоит. А я так подумал, а если ночью вода еще сильнее поднимется, этот островок затопит. Мы туда ехали, она уже высокая была вода, она и подавно, так я утонул вообще там. Думаю, слушай, давай-ка мы поедем где повыше берег. Вот, и мы поехали искать где повыше берег. Ну, 500 метров назад трёлку заехали, там уже машину оставили. Всё. Уже сейчас готов ответ. На чем мне ездить через 20 лет? Я уверен, это будет Нива без альтернативы.
понты. Один на Ниве в открытом поле. Вы не поверите, машина вездеход. Один на Ниве в открытом поле. Два метра едет, а потом встает. Он верит в чудо жизни, любый оптимист. И каждый вечер он в ней копается, садись, но все без толку. Теперь бы как ее загнать, но не забудь мотор с асфальта подобрать. Один на Ниве в открытом поле. Вы не поверите, машина вездеход. Один на Ниве в открытом поле. Два метра едет, а потом встает.
мажорной ноте мой репортаж сегодня заканчивается. Всем хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне, чтобы вы были здоровы и все ваши близкие были в хорошем настроении и здоровы. Всего хорошего. До свидания.